Ребят, всем привет! Привет! Давно не были на связи, много событий уже произошло. Встречались с нашими родными и близкими, дарили подарки. К сожалению, снимать все не получается, потому что не все любят на камеру сниматься. Были также заняты делами по городу, то есть катались там, в общем, по квартирам, да, решали, по банкам, по налоговым, в общем, решали дела и, к сожалению, ничего не снимали. И у нас сегодня грандиозная поездка предстоит. Мы сегодня направились на Энхалук, если я правильно, конечно, сказал. Это, в общем, в сторону Улан-Удэ, Байкал. Буквально несколько дней уехали наши туда друзья, те, которые нас встречали, Женя и его родители. И мы к ним присоединимся, ребята, на несколько дней. Нужно закупиться шашлыком, мясом, да, чтобы в их лагере можно было устроить пикник. Это наш любимый мясной магазин. Так, нам это, нас это не интересует, нам нужен шашлык. А шашлык есть? Есть? Вот, вот как. Отлично, спасибо. А, вот, ага. Вот, пикник 310. Ну-ка, быстро на свое место пошли, блин. Шашлык для пикника. И ребрышки. И ребрышки. Маринаде. Они говорят, там такие ленты. Будем жарить. Всего 1200 рублей. Нас спрашивают часто, где мы лечим зубы. Мы лечим зубы всегда в России. Мы приезжаем летом и проходим всегда стоматолога. Где-то какие-то, если у нас есть недочеты, мы их исправляем в течение лета. Ну, как правило, этого хватает нам на год. А, кстати, где мы взяли машину? Большое спасибо Татьяне Анатольевне, любимой теще, она нам предоставила автомобиль на нашу поездку. Мамочка, спасибо большое, благодаря тебе мы всегда на ходу, мы всегда на колесах. Хо-хо! Алло, Евгений? Буквально минут через 30 выдвигаемся. Все, мы больше не будем никакие дела делать, на Байкал мы едем. Да. Yeah! Ю-ху! Поехали! Поехали! Все, ребята, мы выехали на трассу. Google карты нам показывает 460 километров примерно до того места, где Женя находится. Скоростной режим только соблюдай, пожалуйста. Мама, кстати, говорила, давно ей письма не приходили со штрафами. Ну, а сейчас мы покатаемся, потом письма. Письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Ура, Байкал! Доехали мы, ребята, до Колтука, и вот здесь, ребята, начинается уже Байкал. Да, это место, где начинается Байкал. Там, в общем, дорога, я думаю, что вы видели и, ну, поняли, что она очень опасна, она извилистая. Но это такой спуск именно с горы в Колтук. Но его сейчас маленечко поправили, он более-менее такой стал более безопасным, я бы сказал бы. И сам он, на самом вершине вот этой горы продавалась рыба. Вот это вот то место, где можно было уже попробовать копченого омуля, либо вяленого. Но их тоже переместили с этим ремонтом дороги.
всех выгнали и переместили вот уже у подножия вот той горы. Мы оттуда, ребят, сейчас спустились. Едем дальше. Проехали сейчас, в общем, Слюдянку, ребят, поржали вообще от души. KFC. Я говорю, Кать, смотрю, KFC, говорю, может, ну, KFC в Слюдянке, это круто, я считаю. А потом пригляделись и смотрим, в общем, что там было написано. Там было King Food Слюдянка. Слюдянка. Короче. Вот так. И, кстати, Слюдянка, чем она знаменита? То, что в Слюдянке был, я не знаю, сейчас есть или нет, ракетостроительный завод. В городе Байкальск производилась целлюлоза, и она использовалась в ракетостроении. И здесь, в городе Слюдянка, это поселок Слюдянка или город? Поселок, может быть. Мне кажется, город. Город. В общем, если это даже и город, но это такой небольшой, очень маленький городок. И в этом городе ракетостроительный завод стоит. Вот представляете, ракеты, которые в космос летают, делаются вот в этом маленьком городочке. Да, прикольно. Поля, как дорога? Ну так. Надоело ехать, да? Да, надоело. Очень. Мы уже подъехали к Утулику. Сейчас, в общем, смотрите, проезжаем мост Утулик. И я прям эти места вообще не узнал из-за ремонта дороги. Вон река Утулик, смотрите. Капец, да? Раскопали, да, дорогу, вообще. Чинят здесь. Это наше круто. Любимое место. Мы здесь отдыхаем. Отдыхали каждый год. Каждый год. Даже, наверное, когда у нас машины не было. Мы ездили, да, сюда на электричке до Слюдянки, а потом со Слюдянки на автобусе. Вот так. Так, вон. Мимо Линка, турбаза Утулик. Вот здесь, ребят, поворот направо. Утулик. Турбаза очень шикарная. Она принадлежит комбинату Роснефти. Клево, мне нравится здесь отдыхать. Но мы сегодня не сюда, а дальше. Пока. Решили мы, в общем, заехать в Байкальск, прикупить рыбки. Хотим ехать и кушать рыбку. Так как мы, ребята, находимся на Байкале, нужно покушать омуля. Ребят, кто будет на Байкале, обязательно попробуйте рыбку горячего копчения. Омуль горячего копчения. Нету омуля, Слава. Рыбу взяла, пелить, да, называется? Да, пелить. Она очень похожа на омуля. Сказали, похожа на омуля. Омуль запретили с октября 2017 года ловить. Капец, представляете, мы приехали на Байкал и омуля нету, ребята. С каждым годом ужесточают требования по отлову омуля. И вот в этом году его вообще нету. Да, в этом году, ребята, запретили вообще омуля ловить. Я был в шоке, я зашел, ни одного намека на омуля не было. Короче, взяли похожую рыбу, пелить называется. Да. Но она немного, кажется, жирновата. Сейчас мы, в общем, в дороге пошелушим ее. Попробуем. Ну все, поехали дальше. Мама, дай рыбки. Мам, дай детям рыбки, блин, а. Хочу еще. Дети думают, что она тут одна ест, сидит. Она ела. Серьезно? Ела. Я косточку обсасывала. Мам, ты ешь, мне кажется, уже, нет? Кстати. Дай рыбы, а. Немного подустали от дороги, решили перекусить. И так как мы находимся на бурятской земле, положено кушать бузу. Буза, правильно так сказать, да. Буза, это бурятское блюдо. По-нашему называется позы. Позы, да. Да. И подъехали, в общем, к стоянке. Там, в общем, рыбы торгуют. Здесь ягоды. Вон ягоды, да, здесь вот кафе. И мы сейчас пойдем что-нибудь покушаем. Наверное, позы закажем себе. Пойдем? Да! Девушки, просим к столу. Пахнет. Девчонкам по 3 штучки. Маме у нас 4 штучки. Папе 5. Кушать нужно вот таким образом. Руки обязательно надо помыть. Везде в этих кафе есть рукомойники, да. Здесь, к сожалению, поза рваная. Бульона здесь, наверное, нету. Берем, в общем, надкусываем чуть-чуть. И выпиваем бульон. Но бульона нету, к сожалению, да. Это если свежий продукт, то прям бульон есть.
Если уже немного позы постояли, то бульон питался в мясо. Одна поза стоит 42 рубля. Приятного аппетита. Ника устала. Да не Ника устала, мы уже устали. Капец какой-то. Короче, все, мы свернули уже с федеральной трассы. Буквально 70 километров до нашего, до лагеря, где Женя расположился. Немного осталось, все немного подустали, особенно Ника, она своим вот этим голоском всех достала уже. Проходи быстрее. Вон туда, смотри. Туда. А вон лошадки, смотрите, пьют воду из речки. Так, что-то вот настроение у нее нормальное? Это белое и черное. Так, немного осталось, сколько это осталось? 25 километров. Мы сейчас поселок Оймурка. Оймурка, кажется, или его. Ну, да, Оймурка. Вот, поселок достаточно большой. А там слева Байкал. Байкал. Наконец-то мы приехали, вон у нас стоит Женя, ждет уже. Стоит такой чумазенький такой стоит, грязненький. Ну что, куда идти-то? Что, давайте все обсудим, да потом это. Давай. А видимо сюда нужно ходить, нет? Да. Ого, здесь как шумно. Здесь? Написано, места есть, да? Потому что на заборе пишут, да? Ну и ладно, может быть, как-то к лучшему. Что-то шумновато здесь. В общем, дальше поедем. Мне больше вот это понравилось. Домики такие игрушечные, да? Второй этаж очень красивый. Очень нравится. Балкончик тебе понравился, да? Маленький. Пусенький. Мы рассмотрели 5 вариантов размещения и решили остаться уже не в палатке, да? Да-да-да. О, как тепло здесь. Курить нельзя. Так, все удобства. Телевизор это обязательно. Так, и как? Вот такая кровать и все, что ли? Ну, где она сказала? Там трехместки говорили. Такое. Ну, такое. 6 тысяч, да, это стоит с питанием? Питание. Ну, такое. Ну, за питание, видимо. Питание дорогое. Так, здесь. А, вот. Вот такой вариант она говорит. С кроватью получается. Это с питанием, она сказала, 6 тысяч, да, сутки? Да. А без питания сколько будет стоить? Не продаем. Мы будем вместе спать. Ну, да. Поняла, да? Это. Ну ладно, да, пойдем, подумаем, да? Сейчас, ага, обсудим. Ну что, Женя, поехали к вам в лагерь, короче, я не знаю. Катя не хочет. Катя хочет прямо вот заселиться сегодня. Я просто не могу. Во всей этой истории надо все-таки, наверное, остаться в лагере, потому что приедем, Сава, мы с тобой шашлычки пожарим, я готова ехать, выпьем, да, Женя? И чтобы не ехать, выпившим, да, мы сядем. Я тебе говорю, слушай меня, мы вот с тобой только сегодня разговаривали, что я готова ехать в палатке, спать даже просто сидя в машине, там еще как-то. Если это будет без детей, окей. Так, дети, оставайтесь здесь, а мы поехали. А если с детьми, как бы, мне удобно. Они важны, хотят, понимаешь? Поля, ты как выбираешь, что ты выбираешь, скажи. Я выбираю твою. Я тоже. Все, что? Все, мам. Дети выбирают. Мой выбор. Я не спать буду. Вот ты на машине подумай. Наши накидаем трико. Трико. Я трико. Жене трико снимем. Он по-любому трико с собой взял, но он их не одел. И мы их бросим под голову, короче. Или будем детей будем их укрывать. Нормально все будет. Погнали, короче, в лагерь. Дорогие хозяева лагеря, пустите переночевать, пожалуйста. Мы не с пустыми руками. Сурская. А, да уже даже с камерой даже. Ну. Что за рыбка у вас? Ну-ка показывайте. Умуль. А где вы взяли умуль? На култуке. Пресс. Хочется сказать, дорогие гости. Гости вам, хозяева, не надоели? С приездом. Спасибо. Ну, кстати, такой чай пробовали? Нам понравился, мы его. Хороший. Но мы заваривали на меньшую емкость. Нет, мы нормально, если ты говоришь, что он крепкий. Ну его надо прям это утопить. Подожди. Хотя бы. Сейчас, он... сейчас. Палочки деревянные. А мясо ешь? Это вот с косточкой мяско такое.
Давай, раз. Вы ничего не подумайте, у нас тут ничего не происходит. Три, я опускаю. А почему у тебя ноги-то голые? Что-то без предела. Три. Так ты-то у Вики. Ребят, что происходит вообще? Расскажите. Спокойной ночи. Все, камера. Все, спокойной ночи. Эй! Вставай! Ну как? А дети первый раз на такой штуке катаются? Первый раз? Да. Да, первый раз! Я же слышал, визжали тут. А мы уже несколько раз. Та-та-та-та-та-та! Я должна была рассказать. Аблима! Аблима! Вчера встретили нас очень здорово, посидели душевно, выпили, закусили, дети сразу спать легли. Потом мы разместились, мы думали, что может быть даже в машине придется спать. Женя с Викой приняли нас к себе в палатку, мы вчетвером завалились к ним в палатку и спали. Марина, смотри, ребятишек взяли. В общем, дети играют, и мы им говорим, поехали, ну, жилье надо снять. То есть мы планировали на этим днем, следующим днем пойти снять жилье. И, ну, принять душ там, в общем, с собой ни полотенца, ничего не взяли. Дети даже отказались, понимаете, ехать с нами. То есть они вот говорят, мы будем здесь играть. В общем, мы что-то так подумали с Катей, думаю, может, правда, потесним еще один денек хозяев лагеря. Так побудем вместе зато, да, не надо никуда мотаться. Потому что до этого же домика ехать, например, оно километр 3, наверное, 4, может быть, ехать надо будет. Такое. Сейчас решили съездить в деревню. Купить продукты кое-какие, может быть, одеялко какое-нибудь купим, посмотрим и вернемся обратно. Дом культуры. Я люблю Аймур. И магазин, в общем, в местном магазине втарились. Вот, смотрите, пакетище набрали всякой фигни, лапши, тушенки и так далее. Давай, открывай это. Ну, не только лапши, тушенки. Местный ой, там сыр, много там, да, колбасы. У них местный сыр, говорит, есть производство. Ой, будем пробовать. В общем, взяли все, чтобы сильно не притеснять хозяев. Чтобы притеснять их только в палатке. Здравствуйте. Можете рассказать что-нибудь про Датсан? Датсан? Да. Вообще посмотреть можно пойти? Да, можно. Байкальский Датсан. Сверху по-бурятски, да, написано, да, получается, а снизу по-русски. Ее можно пить, ну, аршан это, священная вода. Интересно. Датсан нужно ходить по-часовой. По-часовой? Ага. Что по дорожке, по везде. Что делать надо? То есть вот зашел, да, допустим, что нужно? Помолиться надо? Да, молиться. Ну, думать о хорошем, в первую очередь. Подношение можно делать? Да, 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 можно. Ну, при возможности. Допустим, у кого-то же нет денег, они да. Просто добро пожелать. Вот. Три касания делают. Угу. Коснуться. Да, коснуться. Угу. Думаешь, как? Книги. Все учение будут. Книги? Да, здесь. Все учение будут. Старые, книги древние прям книги, да? Да, они переписаны, ну, в новом переплете. Вот это что такое? Это доска для постирания. Что? Растирание делается так. Ну, то есть, подношение. Вот так. Бабушки, дедушки, ну, у которых суставы больные, они вот так вот делают, чтобы до конца не... А молодые, ну, кто при возможности может, они полное простирание делают. Вот так. Руки упрямляют и молятся в это время. Ну, 7 раз делают. Сколько? 7 раз? 7 раз. Ну, 7 раз. Хоть сколько можно. А, по кругу, да? Да, тоже по кругу. Тоже по часовой стрелке. Да. И можно дальше идти к барабану. Ага.
Так, пойдемте к барабанам. Что там нужно делать? Барабан нужно крутить так, чтобы часовой стрел. И здесь вот изображены, ну как, молитвы, сутры. И каждый раз, когда они крутятся, они якобы читаются, ну как можно сказать. Вот так вот прокрутил и пошел дальше, да? Людей, да, охраняют. Как это называется еще раз? Лусут Наги. Наги? Да. Они сделаны из камня барджигин. Что это такое? Ну, только в Монголии такой камень есть. Барджигин это интересно. Во времена Чингисхана. Смотри, прям мешаны, да, какой-то? Как мрамор. Во время Чингисхана был такой клан. Сам Чингисхан, Тимуджин, из клана барджигин. И в честь этого клана назван, да, назван вот камень. Этот камень. Ну, он немного радиоактивный. Даже так? Да. Ничего себе. Потому что его уже в горах. Так интересно, так понравилось. Мы не познакомились. Меня как... зовут Жамсо. Жамсо? Арюна. Арюна. Катя, Слава. Очень приятно, ребят. Спасибо, спасибо большое. Так все рассказали, здорово. Потому что мы не знаем, мы не вникаем. У нас своя вера, мы православные христиане. И, соответственно, если даже заходим в такие места, стараемся как бы вести себя более-менее как бы сдержанно, потому что, ну, мало ли, там то нельзя делать, это нельзя делать, чтобы не быть грубыми. Мы сейчас находимся, это вот Усан Лапсон, могущественный владыка вод, покровитель водной стихии. Это шаманизм. Это шаманизм, да. Пойдемте посмотрим. Сейчас мы находимся возле статуи Усан Лапсон. Это верховный повелитель вод. В бурятской мифологии, согласно легенде, он со своей женой Усан Дабан и слугами живет на дне пресноводного озера Байкала. Слушай, а вид-то какой шикарный, посмотри, Байкал. Да, очень красиво. Кстати, если присмотреться, видно берег, противоположный берег. А возможно, даже не берег, а остров Ольхон. Остров Ольхон. Все, ребята, а мы пойдем дальше. Мы поехали в лагерь. Ну все, мы подъехали. Кстати, очень интересно построена данная система. То есть вдоль берега Байкала идет кемпинг. Вот вы можете наблюдать справа туалеты, мусорка. И заезд платный. С машины 100 рублей. И с каждого человека по 50 рублей. Я считаю, что правильно. Мусор убирается, туалет чистится. Берег очищается от мусора. Поправочка 200 рублей. Автомобиль и 50 рублей с человека. 300 рублей дали, чтобы заехать. А вот он наш лагерь. Уже наш. Приедите нас еще на один денек. Да вы чего? Вот, ребята, вот, ну, в общем, наш лагерь. А там берег Байкала, Байкал. И тянется вдоль дороги асфальтированная. Вот такая дорога не асфальтированная. И можно по ней двигаться, выбирать себе лагерь. Лагерь примерно вот... Они прямо рядом расположены. Сейчас мы к нему перейдем. Здесь, в общем, такие стационарные туалеты. И мне вот что нравится, что есть мусорка. Можно взять, выкинуть. И говорят, каждое утро ходят волонтеры по берегу, собирают мусор. И я хочу сказать, что здесь достаточно чисто. Нету мусора. По поводу минусов. Вот смотрите, рядом лагерь расположен. И буквально вот за этой машиной сразу следующий лагерь. Вот это из минусов получается. То, что соседей очень много. Они все пронумерованы, да? Вот эти беседки. Вон беседка, вот беседка. Что еще входит сюда? Еще, что еще есть? Лавка. Лавка, да, вот эта стоит, да, стационарная? Кострище вот такое вот, смотрите. Оборудованное. А где дрова берете? Купленные. Все, и вот что еще сюда входит? Байкал сюда входит еще. И песчаный берег. Очень славится это место тем, что здесь песчаный берег. Губу разбила. Красавица, губки опухшие. С тарзанки слазила, и тарзанка ей по губе ударила. Вот что значит, практики нету, да? На тарзанке-то кататься. I could look at you.
Время искупаться. Ну что, как водичка? Нет! Да! Нет! Да! Блин, она такая холодная. Женя, там вода теплее. Почему ты туда идешь? Байкал вообще просто не дает расслабиться. Все! Блин, ну прям вообще прям не расслабишься. Два слова, пожалуйста, о водичке. Холодная! Чайник с вами уже стучит. Чайник, все, пойдемте, короче, холодно сильно. Окей. Я смотрю, ты воду-то и не собираешься, да? Я собиралась, честно. Так ты прям в пуховике наяривай давай. Но я не могу. Рапунцель, ты достала со своими волосами всех, блин. Разложит, говорит, волосы вот так вот. Как спать, перед тем, как спать. Как вам тут спалось-то в машинке? Холодно было, не? Нет. Рыса было. Не холодно было. Только... И мама сегодня день рождения. Да. Волосы мои. Мама, с днем рождения тебе еще раз. Спасибо. Поздравляем. Спасибо, мои дорогие. Где полевой волос. Цветочек? Куда дело? Вазочку. Вероника поставила его в какую-то бутылочку или в стаканчик. Вазочку, говорит. Ну, смотри, какая она чумазая. Угу. Посмотри на ее руки. Я ей ноги-то вчера отмыла, а руки и лицо не заметила в темноте. Ясно. Ладно, пойдемте умываться. Девчонки, время уже 12:30. Надо домой ехать. Да. Поехали. Давайте веселее. Давайте, прощайтесь. Поехали. Обнимайтесь. Пока-пока. Женя. Давай обнимемся. Что там? А как это до завтра? До завтра? Ну вы тоже до завтра. Мы тоже до завтра. Все ко мне обнимаешься. Обнимашка, обнимашка. Спасибо за гостеприимство. Да. Приняли нас. Отдохнули, поржали. Марин, спасибо. За вкусные обеды, за ужины. За вкусненькие, да. Ну все, давайте пока. Пока-пока. Наш отдых подошел к концу. Эти два дня пролетели вообще незаметно. С веселой компанией. Маленечко не так, как мы планировали, да? Но, тем не менее, было весело. Пришлось потесниться. Мы не были готовы к такому отдыху, к палаточному. Ехали изначально, ну, договорились с Женей, договорились, то, что мы будем на турбазе жить, либо арендовать домик. Но совместный отдых, он как таковой будет, потеряется, понимаете? То есть, как бы... И было решено отдыхать совместно. Мне понравилось.
Я надеюсь, мы их не сильно потеснили. Да. Вам, девчонки, как? Мне очень понравилось. О, дождь пошел, представляете? Как это плачут небеса. Да? Да. Спасибо. До свидания. До свидания. Ага, обязательно. Спасибо. Слушайте, ну погода прям заплакала. То, что мы уезжаем. Сегодня утро, конечно, очень прохладное и некомфортно, конечно, в лагере прям. Холодно как-то, да? Хочется где-то сидеть, да? Ну да, хочется укрыться. Укрыться, спать. Все, ребят, поехали домой.